только что ребята спрашивали, я думаю, что это март-апрель. Хотя загадывать очень сложно. Все зависит от того, как они будут активны. Они сейчас получают новые виды вооружения. 100% будем уничтожать телеопарды. 100% разберемся, как их сжигать. Но это тоже важнейший фактор. ЧВК «Вагнер». Дмитрий Уткин. И прекрасно, что мы Бахмут так раскачали. Мы сделали из него новый Сталинград, нового Куликова поля, там, Бородино, с чем сравнить. И дали уважение, и поэтому ребята, несмотря на тяжелую обстановку, на бои, продвижение идет не так быстро, как хотелось бы. Почему продвижение быстро не идет? Я думаю, что до Нового года уже взяли бы Бахмут, если бы не чудовищная наша военная бюрократия, скажем так, и не палки в колеса, которые суются ежедневно. Сегодня, пока мы берем Бахмут, конечно же, должны быть успехи на всех остальных участках фронта. Мы должны двигаться на Угледаре, на Марьинке, на Авдеевке, на Сватово-Кременной и так далее. Если сегодня было бы 3-5 ЧВК «Вагнер» на разных направлениях, я думаю, что мы бы уже в Днепре носки полоскали.